смотри, теперь вот торец, да, то же самое. Золотой. И потом просто вот паяльником. Так, быстро проходишь. Просто, короче, чтобы он стал серебристого цвета, да? Да, да, да. И старайся недолго, чтобы... Чтобы медь не поплавить, да? Не, медь не поплавит, просто там клей может выгореть. Какой вот клей? Температура. Ну, мы приклеили. А, у этой, у ленты, которая? Да, да, да. Вот. Все, я поняла. Вот... Он может отойти? Ну, если долго греть, то да, может отойти. Так, все, сейчас все сделаем. Спасибо. И по сгибам тоже, да? Да, то есть вот нужно, чтобы все было оловом покрыто. А потом как-то оно обтачивается? Ну вот там, где толсто налито. Нет, не обтачивается, просто мы еще раз плавим и выравниваем. А туканчик у нас будет брошкой. Или как? Наверное, тяжеловато для брошки. Я думаю, лучше подвес. А крючочек можно как-то поправлять? Ух ты ж, красавчик. Ну, вообще. Ну, просто роскошный. Спасибо большое. Ну-ка. О. Да? Одно лицо. Ну, классно. Спасибо. Мне очень понравилось. Такой жизнерадостный.